Во дворце спорта «Триумф» встретились юные тэквондисты со всех Люберец. Там прошел детский юношеский фестиваль, организованный РФСО «Спартак» Федерации тэквондо городского округа. Это уже вторая подобная встреча, которая объединяет представителей спортивного общества и помогает определить лучших воспитанников. Более 150 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет приняли участие в детско-юношеском турнире по тэквондо. Этот фестиваль – еще одна возможность показать результат усердных тренировок и завоевать первые награды. Сначала я думал, что ну все, я там мало ударил, и думал, ну все, уже третье место будет. Но потом я вырвался вперед, и главное – желание. Я выбрал этот вид спорта, потому что тут ты умеешь защищаться, ты учишься всему самому хорошему. Соревнования проходили в двух дисциплинах – кируги, спортивный спарринг и индивидуальные выступления на электронной системе судейства «Зимита», где юные тэквондисты демонстрируют скорость и силу удара. Я являюсь еще руководителем комитета тэквондо в обществе «Спартак» в РФСО, и поэтому все вот эти детки, которые сейчас сегодня выступают и являются спортсменами нашей федерации, они также члены общества «Спартак». Все они являются юными спартаковцами. Этот внутренний турнир, тут также здесь выступали дети из адаптивной группы тэквондо, тоже показали свои определенные результаты. Видите, какой маленький возраст. Они начинают тренироваться с 5 лет, и некоторые участники данного соревнования показывают уже удовлетворительные результаты. Без подарков и призов не остался ни один участник фестиваля. Организаторы и спонсоры отметили старания каждого спортсмена, независимо от того, какое место он занял. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.